Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы пришли на презентацию новой трешки от BMW. Меня периодически толкают, извините. Мы находимся в... Мне так раздражает, что некоторые люди встают посередине просто и вообще ничего не могут делать. Мы сейчас находимся в зоне под названием BMW Winners Lounge. Здесь можно поесть, выпить, пообщаться со своими друзьями. Вы какую машину водите? Ты знаешь, машины BMW не вожу. Здесь мы представляем арт на презентации новой модели BMW. Беспрецедентное событие, чему мы очень рады. Минимум брендинга, но все красиво и глубоко. Берется красивая картинка, и ты в нее начинаешь улетать, медитировать на нее, и, в общем, погружаться и понимать глубину и суть. Вот в чем вся суть, вот почему нам безумно захотелось в этом проекте поучаствовать, потому что мы поняли. Hello, what? Я спросил, водит ли он ту же самую машину, и он сказал, что нет, он хотел бы водить эту машину, а потом он сказал, что из новых у него такая любимая машина. No, I'm not driving this car. I would love to, but they were only produced in the 50s about 250 pieces. И потом я понял, что это нужно прекратить срочно. Ну что этот человек явно ждет что-то хорошего, а мы, как всегда, просто всех подставляем и обманываем. Только что мы увидели презентацию нового автомобиля BMW 3 серии, 7-го в своем поколении. Я надеюсь, я не ошибся в числе. И сейчас мы наконец-то отправляемся от белых манжетиков к серой блевотине. В бар, друзья мои, в бар.